Добрый день, меня зовут Марина. Мы сегодня на 68-й пиар-вечеринке компании ТВ «Шанс». Со мной сейчас прекрасная девушка. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, расскажите, пожалуйста, о своей основной сфере деятельности. Я представляю модельную школу «Фокус» в городе Москва. Наталья, расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем занимается ваша модельная школа. Основные наши дисциплины – это фотопозирование и дефиле. Дефиле помогает деткам выровнять спины, сделать правильную походку, чувствовать себя уверенно на подиуме, ну и не только на подиуме, но и в жизни. Скажите, пожалуйста, Наталья, что в конечном итоге может получить ребенок, занимаясь в вашей модельной школе? Что он будет чувствовать, учась в вашей школе, и что он получит после нее? Ну, в нашей школе есть еще дополнительные предметы, такие как актерское мастерство, хореография, визаж, основы моделинга. Поэтому ребенок, занимаясь в нашей школе, он раскрывает полностью свой потенциал, он учится не только быть профессиональной моделью, но и прекрасно чувствовать себя вообще в обычной жизни. Я поняла, Наталья, благодаря вашей модельной школе ребенок будет чувствовать себя счастливым. А это самое главное для ребенка. Если счастливый ребенок, будут его счастливы и родители. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Наталья, как часто вы бываете на мероприятии ТВ-шанс? Вообще, я впервые на вашем мероприятии, и мне все очень нравится. А что больше всего вам нравится на данном мероприятии? Очень нравятся люди. Они очень интересные. Можно обзавестись новыми знакомыми, контактами, какими-то интересными новыми возможностями. Действительно, на мероприятии ТВ «Шанс» ты встретишь очень много позитивных, нужных, подходящих людей, которые вам и вы можете друг другу быть полезными, как в профессиональной сфере деятельности, так и в личной. Благодарю.